Всем привет, с вами Doom. Сегодня будем смотреть на Cheetos Трансформеры, эпоха истребления, акция от Cheetos, в которой можно выиграть тоже призы. Вообще на это видео меня, как сказать, надоумил подписчик, написал мне сообщение о том, что типа ты участвовал в розыгрыше призов от Pringles, чипсов, Сникерса, и типа вот поучаствуй в этой тоже акции, сделай видео. Вот, ну я, конечно, зашел на сайт почитать, что за акция, там такой классно, кстати, сделанный сайт получше, чем у Сникерса и у Pringles, такой там, как бы, как его зовут, этого льва, или кто это, леопард, не знаю, Cheetos, который рекламирует, Честер, по-моему, его зовут. Вот он там, типа, поясняет правила сайта, кстати, там, типа, какая-то игра даже, это раз в сутки, в несколько часов открываются, как бы, эти галактики или планеты, что-то, типа, я не понял. И можно использовать эти баллы, которые в карточках, в самих чипсах. И на них можно там заказывать призы. Ну, это я как понял. Вот, и да, если у вас есть какая-нибудь еще идея по поводу там следующих видео, у меня есть тема в группе ВКонтакте, вы можете туда писать там свои пожелания. Может, вы видели какие-нибудь тоже акции, там, может, с персонажами Marvel, какие-нибудь чипсы или что-нибудь еще, где можно поучаствовать. То пишите, и если мне понравится эта идея, то я обязательно сделаю видео. Вот. И, собственно, я приобрел несколько видов, которые нашел в магазинах. Это вот такие, большая пачка со вкусом сметаны и лука. Здесь у нас, как я понял, изображен Гримлок, Динобот, Трансформерс. Только почему-то не указана эпоха истребления, это как бы по этому фильму должна быть акция. Здесь вот по ходу призы изображены. Это Xbox One. Наушники какие-то, X-Play плеер или планшет плеер. Так, кукурузные снеки со вкусом сметаны и лука, да, это снеки. И вот как, собственно, поучаствовать в конкурсе. Найдите карточку, так, сейчас сфокусируется, найдите карточку с уникальным кодом внутри пачки Cheetos, регистрируй коды на сайте, выигрывай призы на Cheetos каждый день, играя с Cheetos и получай дополнительные баллы, ну вот, про которые я вам говорил. И партнеры Hasbro, игрушки, собственно, которые и сделали трансформеров, Xbox 360 и X-Play. Вот это вот такая с Гримлоком. Вторая с кетчупом, это Bumblebee. Кстати, я помню, раньше давно не покупал Cheetos. Полгода, наверное, точно. Такие толстые, как бы, палочки. Я помню, раньше они были как картошка фри, такие тонкие. Здесь же они такие толстые. Ну, здесь все то же самое. Это вот с кетчупом. И взял. Не нашел большую. Раньше, помню, большие продавали Cheetos. Я тут одно время как-то частенько их ел. Покупал большие пачки. Мне как-то они больше нравятся, чем Lay's. Могу их хоть сколько съесть. Какие-то они вкусные очень. Здесь, собственно, Optimus Prime изображен. Взял я такие две. Ну, по ценам, наверное, не стоит говорить. Ну, хотя у всех разные. Ну, ладно, это стоит 50, это 50. И эти по 20 рублей. Может быть, какие-нибудь еще есть. Я не знаю, если вы там видели, то можете написать в комментарии, если какие-нибудь еще есть вкусы. Просто я вот эти только нашел, которые были в продаже. Их, собственно, и купил. А вообще, что касается чипсов, у меня всего три любимые марки, это, точнее, ну, марки, да, это Cheetos, Lay's и Pringles. Русскую картошку как-то я не очень люблю, а больше таких популярных у нас и не продают. Вот, ну, есть там московский картофель еще, но я такие не люблю. В последнее время я что-то перестал покупать Lay's, как-то, не знаю, хуже, что ли, стали. Покупал маленькие пачки, вот последний раз две, которые потом, может, будет как-то в обзоре участвовать, не знаю. Но не на чипсы. Вот, и Cheetos нравится больше. По-моему, Cheetos это от той же компании Frito-Lay, которая делает, собственно, и Lay's. Просто разделили на два бренда. Ну и Pringles, конечно, тоже без... А, еще, да, есть Кракс, но они, как бы, не знаю, похуже, наверное, чем Lay's. Вот это что касается чипсов. Как-то больше мне нравится, наверное, Cheetos. Их можно хоть сколько есть, Lay's как-то надоедает, я беру сейчас только маленькие пачки. Ну, еще вот брал недавно Estrella, виды острые там, с горчицей и с хреном каким-то, не знаю, как-то так назывались.
Вот, кстати, сегодня еще же у нас... какое у нас сегодня число? Сегодня у нас 13 октября. А это значит, что в России официально стартует пятый сезон «Ходячих мертвецов». Сейчас сколько у нас? 7 часов. Где-то в 10 часов выйдет серия. Смотрю только в переводе от Fox Crime, официального как бы дистрибьютора в России этого сериала. Вчера вышла у нас первая серия на английском языке, там уже с пиратским переводом, таким любительским, одноголосым вышел. Но я вот жду только эту озвучку как раз вот сегодня с чипсами. Посмотрю «Ходячие мертвецы» первую серию. Не зря купил. Ну что, давайте потихоньку смотреть. Давайте сначала с больших, наверное, или давайте с маленьких посмотрим, что там за карточки. Я еще не видел. Ну, собственно, такой Честер. Тудум-тудум. Так. И где тут карточка? Так. Что-то я карточку не вижу, ребята. Так, что-то я не смог тут найти. Сейчас посмотрим. Может, вообще в маленьких и нету. Сейчас высыплю. А нет, все-таки есть. На самом дне, правда, лежало. Так. Вот, собственно, карточка. Так, давайте. Сейчас я ее вскрою. Вообще, читас интересные такие акции всегда. Я помню, были в начале 2000-х. Популярна у нас была в России тема с этими... Как же, и Бионикл, да, вот там фишки были, я покупал тоже очень много, лишь бы, чтобы собрать, не из-за чипсов покупал, а именно, чтобы, ну, код смысла нет показывать, я его активирую перед тем, как видео залить. И что это у нас тут? А, это этот, сейчас сфокусируется, самурай, тактус, дрифт его зовут, вот такая карточка. Вот здесь уже написано Transformers Age of Extinction, или как-то так. Paramount Pictures. И сзади ничего нет. Вот такая карточка. Активирую код, посмотрим, что он даст. Ну что, давайте смотреть на следующую пачку. Ну что, продолжаем, смотрим, что попадется в этой. Надеюсь, карточка будет сразу, чтобы не вываливать. Да, наконец-то вот сразу видно карточку. Ну-ка, маленькие непривычно, обычно в большой пачке такие здоровые. Обожаю что-то с сыром. Раньше, помню, еще были с пиццей, с беконом и сыром, такие как бы в решетку сделаны. Почему-то сейчас я их не вижу в магазинах. Так, это, по-моему, Optimus Prime. Да, вроде Optimus, сейчас посмотрим. Так, бумажки эти выкидываем. Не понадобится. Так, код убираю. И, собственно, карточка. Давай, фокусируй. Вот, Optimus Prime. Тоже сзади белая сторона. Ничего нету. Так. Блюдце пока не понадобится. Переходим к Bumblebee. Тоже такой классный трансформер. Так, и где тут карточка? Капец, они толстые такие. Ага, вот карточка там, вижу, ну-ка попробую.
Не. Раньше все равно лучше были, сейчас какой-то даже вкусный тот. По сравнению, которые были предыдущие. Так, давайте смотреть, кто тут у нас. Что за трансформер попадется на этот раз. Так. Что там, псина опять начинает лаять. Это, походу, этот охотник на трансформеров. Нокдаун. Так, вот он. Давай фокусируйся. Так. Это вот такой нокдаун. Ну и давайте переходить к последней упаковочке. Ну что, переходим к последнему участнику. К диноботу, так сказать. Это у нас сметана и лук. Это как называют их? Спирали, по-моему, да. Так, где у нас карточка? Вот она сразу, видите или нет? Так, вон. Заметно. Так, пробуем спираль. Вот такая завитушка. Тоже вкусная. И кто же у нас тут последний? Так, а у нас тут это Снерт, походу тоже Динобот, что-то я его, правда, в фильме не видел, может и был. Сейчас приближу. Вроде был. Ну, вот, собственно, и все. Это вот что мне попалось в трансформерах. Ой, трансформеры, говорю, читас. Акция трансформеры. Эпоха истребления, как специально к фильму, наверное, выпускали. Введу эти все коды, посмотрим, что там можно будет выиграть. Ну, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Как я и говорил, если у вас какие-то есть идеи, пишите в теме ВКонтакте. Я оставлю ссылку на свои идеи для роликов. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.